Всем привет! Мы находимся в нашей любимой игре Клондайк. У нас есть временный остров Маккензи. У меня осталось еще 2 дня. Я на него отправляюсь. Да, я чистила его без вас, без записи. Так получилось, что не было возможности включить звук, поэтому я частично его почистила. Но сейчас я быстренько сделаю, уменьшу игру, и я смогу показать вам, где находятся все месторождения у меня. По крайней мере, может быть, у вас они там же, и вы сможете себе их найти. Вот последнее я строю. Я надеюсь, что я нашла 6-е. Теперь эти все можно будет превращать, но я превращу не раньше, чем там действительно окажется месторождение. Теперь я могу чистить остров дальше. В принципе, чистился он очень легко. Самый большой камень на этом острове был 112, и можно было почистить и быстрее, если было бы больше чуть-чуть свободного времени. Вот эти месторождения, что я находила, они все идут на 95 ударов, в принципе, немного. Я понимаю, что это все зависит от уровня, но все же это не 150 и не 200, а в принципе реально. Когда я закончу полностью расчищать этот остров, я обязательно сниму видео о том, что дается за полную расчистку острова. Как видите, осталось мне вроде как и не так уж много, но все же еще нужно немножко потрудиться и дочистить этот остров. Я думаю, что в принципе все, что я хотела сказать в этом видео, я рассказала. Как я просто выбиваю траву и кусты. Я думаю, это не столь интересно смотреть. Да, кстати, кому нужно выбивать большие камни, не вывозите сразу хворост. Хворост вывозите потом. С него выпадает тоже немножко энергетика для того, чтобы убрать более крупный камень. Я так собирала хворост, потом вывозила и убивала камни на 112. В принципе, я думаю, что на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Я буду очень рада помочь по вопросам по игре, у кого они есть. Я с удовольствием на них отвечу. До свидания.